О боже мой, вся тюрьма будет меня за это боготворить. Здорово, народ, меня зовут Шет, и сегодня мы с вами поиграем в Prison Boss. Да не просто в Prison Boss, а как там сейчас модно делать, мы устроим кое-что супер интересное. Смотрите дальше в видео, если вам понравится, то обязательно лайк поставьте и в комментарии напишите. А сейчас приятного просмотра и поехали. Добро пожаловать, друзья, в игру Prison Boss для виртуальной реальности. Вы мне написали большое количество комментариев под последним видосом на тему, как мне провести свое ближайшее время. И, ребятки, у меня есть для вас одно маленькое предложение. Смотрите, мы с вами выбираем тюрьму на 40 дней. Ну, потому что, черт возьми, 40 дней это тебе не 20, и ты можешь нормально там провести свое время. Дальше. Следующее. Мы выбираем самую первую тюрьму. Самую ущипанскую. Обязательно. Следующее. Крафт. Ребята, у нас с вами большие планы, а большие планы можно сделать только на веревке. Так что начнем мы, пожалуй, с веревок. И, ребят, самое главное, мы будем бомжом. Ведь это сейчас модно на ютубе, да? Выживание бомжа в тюрьме. Вот такая всякая маргинальная херня. Давайте попробуем. Пишите в комменты, что вы думаете. Поехали. Ну, на самом деле, бомж я или не бомж... Это сложно как-то объяснить и решить, потому что, учитывая, в какой халупе я живу и куда меня поселили, я не то что бомж, я бомж среди бомжей. Ай, ладно, короче, здорово, добро пожаловать опять в эту дыру. Да-да, чувак, конечно, добро пожаловать, мать твою. На, получай. Забирай последнее, что у меня есть. И трусы мои тоже возьми, на. Ну что, ребятки, ну что? Знаете... Я уже не буду удивляться тому, что все эти заключенные гуляют на свободе, что они все такие тусят, что у них у всех все замечательно, и я один лошара. Эй, привет, посмотри на это. Да, чё? Да, я в курсе. Вот, я просто включу ночь и попробую выжить, я не знаю. Так, ладно, типичный ящик, давай. Кто не знает, ребят, если у вас есть полотенце, из полотенца, вот так вот покрутив вокруг него другим полотенцем, вы можете получить веревку. Если вы не знали, то поздравляю, я вам только что открыл мир. Так, и вот эту веревочку мы продадим. Хопля, мало ли кто-то из заключенных решит повеситься. Почему бы нет? Будем спонсировать любые начинания этих ублюдков. Любые, вообще. Абсолютно никаких проблем, ребят. Изи. Давай. А, бомжара Пит. Бомжара Пит, здорово, бро. Здорово. И сейчас я тебе отдам веревочку. Знаешь, я принципиально сейчас не буду смотреть ни на что. Я не буду смотреть на работы, я не буду смотреть... Да на, продавай. Ладно, посмотрю на работы, так и быть. За веревку ты мне предлагаешь два куска тряпки и уважение. А что мне делать с двумя кусками тряпки? Продать их? Да пошел ты в жопу. Опять два куска тряпки и уважение, два куска тряпки и уважение. Но, конечно. Я лучше куплю еще немного тряпки. Учитывая, что у меня есть 36 долларов. Раз, два, три, вы, короче. Так, всего лишь три штуки есть, насрать. Я их куплю, и у меня останутся еще бабки. Так что, давай, меня так просто не купишь, а? Вот так, деточка. Деньги в один ящик, а тряпки во второй. Все, до свидания, Пит, братишка. Это у нас только начало. Ну что, ребят, по той же схеме. Я специально выбрал тряпки в самом начале, потому что за них можно получать много бабла, не делая практически ничего. Сигареты стоят дешево, их долго крафтить, это начальная ступень, мы с вами ее уже прошли. Настало время вырасти из этого. У нас с вами всего лишь 40 дней в этой тюрьме. И за 40 дней мы должны сделать столько, сколько мы не делали за всю свою жизнь. Я хочу вырасти до скульптора, величайшего скульптора этой тюрьмы. Или чувака, который будет делать толкашку. Эх, надо подумать. Да, давай, Пит. А, Пит, братишка, на, получай веревку. Эть, мне нужны еще веревки. Так, она уже стоит 8 долларов, зато их есть. А, ого, ничего себе, подожди, она стоит 8 долларов, зато 7 штук. Воу, у меня столько денег нету. Чё за грабеж, Пит, братка? Серьезно, ну давай так, давай 6 штук куплю, хорошо. Так, давай, проваливай, и время ночи. Окей. Ну что, ребят, постепенно, смотрите, а? Постепенно уже наращиваем обороты нашей тюрячки. Нам нужно сейчас сделать максимально большое количество вот этих веревок, тупо для того, чтобы у нас не было недостатка в деньгах, чтобы мы могли на этих веревках подниматься. Дальше мы сдадим заказ с одной из веревок, и у нас останется еще одна. У нас останется еще одна, которую мы продадим и что-нибудь на нее купим. Ну, по крайней мере,
Начальный план звучит неплохо. Так, у меня тут $3, тут у меня веревки, вот так. И смотри, я на это потратил просто ничего. 2 минуты. 2 минуты на то, чтобы сделать веревки. Они, конечно, объемные, нужно будет сейчас тумбочку купить. Ну, по крайней мере, когда она для меня откроется. Давай, бро. Так, работы. Уважение, уважение 7, уважение 7. Вообще все одинаково, так что без разницы, абсолютно. На. Давай последнее. Подарок мафии. Так, подарок мафии и карточки, конечно же. Окей, 7 карточек. Так, 7 карточек, и я могу что-то активировать. Подожди, еще... А, я могу еще одну веревку сдать и получить еще. Но это у меня уже не апнет уровень, так что не спасибо. Так, по торговле. Во, я себе... Я могу открыть новые предметы. Ну, что я могу сказать? 7 карточек. Я могу... Я обязательно буду делать алкоголь, потому что на нем тоже можно поднять до хера бабла. Так что вот эти вещи обязательно откроем. Но попозже. Сейчас мне нужен... Так, сейчас мне нужна какая-нибудь тумбочка. Вот. Так, любимый шкаф. Тумбочка. Вот, сундук. Я не помню, сундук, он хороший или неплохой, но давайте его купим. Так. Забирай. Забирай, конечно же. И мне нужно еще... Так, и мне нужно еще максимальное количество веревок, которые у тебя есть. 3 штуки. 3 штуки. Ну ладно, хер с ним, давай. Так, привет. И вот наш комоль. Ой, дамы и господа. Вот. Что-то как-то моя тюрьма, кстати, по-моему, поменьше стала. У меня она вроде была больше раньше. Какого черта? Сложно. Сложно и непонятно, ладно. Сим-сим, мать твою. Фу, блин, что за говно? На, забери обратно, это полная параша. Фу, ужасный сундук. Я в него даже не положу ни одной веревки. Так, забери, мне нужно что-нибудь еще. Тумбочка, вот, тумбочка за копейки, за 15 долларов за тумбочку. Ну, тебе повезло, что у меня есть еще 2 доллара. Все, давай, в ноль. Сторговались, отлично. Так, тумбочка, вот она уже должна мне подойти. Так. Ну, давайте-ка ее поставим. Давай сюда, чтобы много места не занимало. Хоп. Все, вот это уже похоже на правду. Так, денег нету, зато есть карточки. Карты играли. Все, вали, чувак. У нас мало времени. У нас мало времени и много желаний. Нам сейчас обязательно нужно сделать несколько веревок. Так, давай. Хоп. Огонь. Так, сейчас делаем 2 веревки, и нам нужно просто деньги. Для начала просто деньги. Так, буду веревки хранить вот здесь. Что-то неудобно, что она открывается наружу, моей камеры. Ну ладно, насрать. Блин, мне не хватило денег на еще одну тряпку. Засада. Срочно спим. Давай, высыпаемся на скорость. Пит, братка, быстрее подходи ко мне. У нас уже с тобой пятый день, а я еще не вылез из этой жопы. Пит, бро, давай, смотри, я тебе отдаю веревку, вот эту вот готовую. Не готовую я не отдаю, потому что ты ее не примешь, я знаю тебя, ублюдок. Так, и, господи, $5, отлично, я даже в плюсе, смотри, я даже в плюсе остался. Так, торгуемся, хорошо, больше у тебя нету, да? Все, хорошо, Пит, до свидания. Поехали дальше, ребята, не спим. Так, ну что, ребята, у нас с вами есть 1 веревка незаконченная и 2 полностью готовы. Так что мы полностью... Я не знаю, зачем заключена веревка, они по ней будут сбегать, что ли? Может быть, им повезло, и у них в камере окна есть? Но я явно не из таких. У меня просто коморка, блин, 2 на 2 метра. И я не знаю, как тут выживать. Пит, братка, вот что мне делать? Смотри, у меня коморка 2 на 2 метра, и я могу дать веревки, разве что повеситься. У меня вот балка специально есть как раз. Эх, ладно, на, получай, готовые веревки. Вот так, да, вау, а это еще... Так, 7 штук, вау, вот это я называю вау. И плюс $30, отлично, плюс $30 и веревки. Все, ребятки, мы выходим в плюс. Да, он такой всегда, вау, шет, нихера себе, у тебя сколько денег и веревок, чувак. Вау, это же охеренно, парень. Ну что, готовы, сейчас начнется ночь полная крафта. Вы все любите крафт, тем более такой прибыльный, как изготовление веревок. Смотрите, ребят, у меня серьезный план на будущее. Сейчас поднимемся на веревках и будем разблокируем себе молоток. Я не шучу, разблокируем себе молоток. Так, нам нужны будут тряпки, я не помню, там из чего будет делаться статуэтка. Но я хочу делать статуэтки. Я помню, что она там как-то несложно вроде крафтилась. Еще ни разу не видел охранника, что забавно. Мне нужно будет разблокировать в ближайшее время молоток и металлические слитки. Ладно, давай, бро. Сейчас я выполню твое задание. Возможно, даже не одно. Так, смотри. Хопля.
Ну давай, например, вот это, пишущие уроки, какого хера пишущие уроки? Ну да, видимо, чувак ничего не всекает, и поэтому под пишущим уроком подразумевает изготовление веревок. Блин, а удобно, смотри, у меня нужно для выполнения задания, мне нужна всего лишь одна веревка. Вообще отлично. Так, выполняем. Так, и самое главное, что мы получили новые карточки. Так, добро пожаловать, 9 штук. 9 штук, у меня тут еще 2, и у меня 11 карточек. Смотрим. Во-первых, алкоголь. Для алкоголя... О, смотри, я могу... А, нет, подожди, для алкоголя нам нужна еще вода. Вот, 10. Так, у меня есть 11. Для алкоголя мне нужно тут 10, 19. Нихера, не получается. Не дружим мы с ним. Для молотка 10 и 10, 20. Тоже не получается. Слушайте, видимо, нам придется еще немного повыполнять вот эти простые задания и накопить себе репутацию. Но смотри, я с таким прогрессом, я, если честно... Очень быстро, мне кажется, могу стать самым главным в этой тюрьме. Ну ты посмотри, серьезно, мне нужно всего лишь сдавать веревки, они делаются на изи. Ну давай что, давай еще подрастим себе репутацию. Опля, я хочу вот эту тумбочку переставить в другое место, потому что мне серьезно, мне вообще не нравится, как она открытая постоянно стоит. Ну давай типа вот сюда. Вот, вот так, да, чтобы хотя бы дверца, она открывалась в ту сторону и закрывала меня от охранников. Слушай, ты нормально, сейчас я думаю мы уже разовьемся. Так, третья. Прикольно, что мне для выполнения задания не нужно ничего, кроме веревок. Это... Вот это настоящее читерство. То есть там не 20 сигарет, не там не 15 листов. Мне нужна всего лишь одна веревка для выполнения каждого задания. Я не думал, что может быть такая бага. Но она, видимо, есть, это забавно. Итого, у нас есть 3 полностью готовые веревки. Это офигенно. Так, Пит, братка, подходи сюда. Я бомж, но еще не настолько бомж, как ты мог подумать. Давай, братишка, давай, подходи. Давай. Так, работы. Мне нужно еще немножко для того, чтобы начать делать алкашечку. Ох, или карточки. В смысле, или статуэтки. Посмотрим. Так, сколько мне дают? 9. Еще 9. Итого, у меня один. О май гад! Смотри, чё! Смотри, вон, тут уже по 2 нужны веревки. Насрать! Смотри, чё! У меня, если не изменяет память, раз, два, так. 20 карточек. Так, а сколько у меня веревок? Ну-ка. Раз, два. $72 с веревок. Однозначно разблокируем. $21 стоит металлический слиток, а молоток 18. Ну, я не помню, сколько нужно на статуэтку. Блин, я вообще не помню, если честно, но будем разбираться. Так или иначе, молоток обязательно. Металлический слиток хотя бы один тоже обязательно. 9 баксов за обосранную тряпку? Да ты чё, ну это же грабеж, Пит, братка. Ну, блин, ладно, слушай, но делать нечего, придется. 9 баксов за сколько? За 36 я продаю. Мне нужно 3. 9 на 3, 27. В любом случае я буду в плюсе. Значит, нормально. Так, больше мне не хватит, да? У меня $1 есть. Ну, типа, $1 на размен. 7. Вообще, ну, вообще без вариантов. Ну, ладно, хорошо. Без вариантов, зато у нас есть молоток. Так, давайте разбираться. Давайте разбираться. $7. $7 это моя сдача. Все, Пит свободен, больше я не хочу тебя видеть. У нас там есть одна недоделанная веревка. Опля. Недоделанная веревка, которую мы доделаем. Дальше. У нас есть одна целая веревка, и у нас останется тряпка, одна, которую мы сделаем заготовку. По-моему, молоток это инструмент, который можно хранить. Типа за него меня не спалят. И давайте попробуем что-то изгольнуться с металлическим слитком. Все, я готов. Погнали! О май гад, ребят, слишком много для первой серии. Слишком много для первой серии событий происходит. Серьезно, а когда такое было видно, чтобы на первой серии я уже начинал уходить дальше, чем обычные сигареты и порно-рассказы? И такого не было, по-моему, ни разу. Блин, а тут я уже, вон, смотри, уже металлические слитки начинаю закупать. Это уже конец игры был. Офигеть. Так, может быть, я даже медвежат скоро смогу делать. Так, ну и один этот, давайте из него кончик сделаем, вот такую петлю. Все, нормально. Готово. А теперь давайте разбираться. Так, может быть, как-то ее постучать по ней? Вот так, так. По-моему, ее нужно соединить с другим металлическим слитком будет. И если я сейчас ее пофигачу, то она превратится в маленький комочек. По-моему, ладно, насрать, оставляем. И заодно проверим, молоток можно ли хранить у меня в комнате и не спалят ли меня за него. Вон, как раз начальница тюрьмы идет. Эй, женщина, иди сюда. Слышь, ты, телефонная болтушка, давай, двигай булками. Можно ли, чтобы у меня в комнате хранился невесть откуда взявшийся молоток, которым я смогу вскрыть замок? Скажи мне.
Ну, ты не заметил ничего плохого, так что, я думаю, можно. А ты можешь мне рецепт напомнить, как там делаются эти статуэтки? Вон, $17, смотри, $17 уже стоит, подешевле. Металлический слиток, у него их уже несколько штук. Хорошо, так, ладно. $12 за обоссанную тряпку? Ты понимаешь, что если я куплю за $12, я в ноль выйду? Я в ноль, то есть я ни копейки не заработаю. Так что я лучше куплю себе слитков. Как раз 3 штуки, я помню, на статуэтку нужно было 3 слитка. Все, нормально. И давайте глянем, что у нас там. Я пока никто не просек, да, что я умею еще делать что-то из металла? Да, никто не просек. Офигенно. Все, торгуем. Давай, и $21. Опля, опля, опля. Так. Все, восхитительно. Черт возьми, начинаем крафтить настоящие вещи. Все, давай, поехали. Во-во-во-во-во-во-во, точно, вспомнил. Отлично, отлично. То есть нам все-таки нужно реально 3 металлических слитка. И мы это все объединяем в одну кучу. Давай. Вот так из фольги. Опля, готово. Так, давай сюда положись. И начинаем. Давай, тут по чуть-чуть, там по чуть-чуть. Главное работать быстро и аккуратно. Так. Давай молоточек. Нужно при том другим концом молотка делать. Так, вон, смотри, уже что-то получается. Уже что-то получается. Я близок к созданию шедевра. О май гад, что-то отколупливается. О боже мой, вся тюрьма будет меня за это боготворить. Это же статуя самой прекрасной женщины в мире. Ты посмотри, это же просто гениально. Это же величайшее изобретение вообще. Вон какие сиськи, а? Нормас, отлично. Все, кладем сюда, отлично. Сейчас проверим, сколько мне отвалит бабла за такую работу. Это же гениально, это же лучшее вообще, что можно было придумать в этой тюрьме. Ну-ка, давай. Пит, братка, сколько ты сможешь мне предложить за вот эту восхитительную Мадонну или Лепердольну, я бы сказал. Вот это просто восхитительно. Братка, привет, давай. Так, торговля сколько? $72. $72 и за... О, господи, это же охерительный плюс. Ты посмотри, $11. $11 всего лишь за один кусок металла. $33 она мне стоит в изготовлении. И за 72 я ее продаю. Это же, блин, маржа больше 100%. Обосраться вообще, это же восхитительно. Так, работай, что вы тут? Что предлагаете, что у вас есть? Это опять вам канаты нужны, да? Вешаться будем? Ну ладно, хорошо. Вешаться так вешаться. Ну хорошо, так и быть, ладно. Слишком много их здесь есть, чтобы их не купить. Я даже вам, давайте вот так вот бабла еще насыплю, чтобы хватило. Вот так, все. И давай вот этот доллар, дай мне сдачу нормально круглую. Все. Бойс. Это же восхитительно, смотри, что будем делать. Смотри, у нас тут есть веревки. 3 веревки всего лишь, да? Да, 3 полные веревки, и наша петля еще остается. Так, и вот здесь я сейчас могу сделать полностью голую женщину. Это же охеренно, а? Лайкосик поставили за такое? Это, блин, восхитительно, серьезно. Вот, ну я думаю, продолжать мы с вами будем уже в следующей серии, ребят. Ждите продолжения выживания бомжа в тюрьме. Окей, на этом все, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх, рассказывать о видео друзьям, подписываться на канал и, конечно же, нажимать на этот чертов колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Шет, увидимся в новых видосах. Всем удачи и всем пока!